Одновременно с Днем физкультурника отмечается День одиноких работающих женщин. Ну, кто догадается, какую песню надо спеть, всем очень известно. Об одинокой работающей женщине. Знаменитой. На весь мир. Ну, я же пошла тоже этим же путем. Фильмы, какие фильмы мы знаем про одиноких работающих женщин? Про маму Александру. Самая знаменитая. Это «Москва слезам не верит». И второй, вот пока подумайте. Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась, слезам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорожено, листвою заворожено, придет тепло прохожему, а деревцу земли. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стоим мы его судьбою, ты вглянись в его лицо, что бы ни было в начале, утолит он все печали, вот и стало обручальным нам садовое кольцо, вот и стало обручальным нам садовое. Дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли. Москва не зря надеется, что вся в листу оденется. Москва найдет для деревца хоть краешек земли. Александра, Александра, что дается перед нами? Это ясень с семенами, крутит вальс над мостовой. Ясень сидом деревенским приобщился к вальсам венским. Он пробьется, Александра, он надышится Москвой. Москва тревог не прятала, Москва видала всякое, но беды все и горести склонялись перед ней. Любовь Москвы не быстрая, но верная и чистая, поскольку материнская любовь других сильней. Александра, Александра, что там бьется перед нами? Это ясень с семенами крутит вальс над мостовой. Ясень сидом деревенским приобщился к вальсам венским. Он пробьется, Александра, он надышится Москвой. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою. Ты вглядись в его лицо, чтобы ни было в начале, удалит он все печали, вот и стало обручальным нам садовое кольцо, вот и стало обручальным нам садовое кольцо. Надо поздравлять одиноких работающих женщин с тем, что они одинокие работающие женщины.